На итоговый день профмарафона «Выбор профессии» в гимназию номер 2 приехали девятиклассники из 6 школ округа. Для них развернули свои демонстрационные площадки 3 учебных заведения профтехобразования: Государственный Щелковский колледж и 2 частных – колледж экономики и права и колледж инновационных технологий, бизнеса и права «Лидер». Перед учащимися выступили не только преподаватели, но и студенты. Масштабное профориентационное мероприятие проводится в нашем округе ежегодно комитетом по образованию администрации муниципалитета. В марафоне приняло участие больше 700 детей, обучающихся 9 классов. Это большая цифра. Все, кто планирует уйти после 9 класса в колледж, сегодня присутствуют дети здесь, то есть на сегодняшнем марафоне, и знакомятся с профессиями. Представляют колледжи различные профессии в различных направлениях. Это и юриспруденция, это и повар, и какие-то технические специальности, компьютерная графика, информационные технологии, парикмахер. Ну, абсолютно большой-большой спектр всяких разных профессий. Школьников познакомили со специальностями, которые сегодня пользуются на предприятиях и в организациях особенно большим спросом. Сварочное производство – это очень востребованная профессия, даже сейчас. То, что на ней можно хорошо заработать, и она всегда будет очень востребована. Показываем, как управляется дрон. То есть у нас оборудование, джойстики все, программы, на которых обучаются первые курсы, на которых летать они учатся. После этого мы переходим на сами дроны и уже начинаем практиковаться на них. Такие профмарафоны помогают будущим абитуриентам осмысленно сделать выбор профессии. Ведь понять, какая работа может представлять для вас интерес долго, а желательно всю жизнь, это действительно важно. Очень хорошо, что сейчас все это представляется, потому что с помощью как раз-таки того, что как бы есть не только обучение, которое нужно закончить для того, чтобы попасть на это предприятие, но и само предприятие, на которое я в будущем могу попасть. У меня всегда было стремление именно как можно быстрее обучиться чему-то новому, как можно раньше, и начать уже как можно чаще, ну, раньше работать и развивать себя. Вот поскольку вот после 9-го я вот уходишь, и там ты за год проходишь 2 класса. И уже на 2-й год обучения ты уже, ну, осваиваешь специальность. На собрании, где подводились итоги всего 3-недельного профмарафона, руководителей колледжей поблагодарили за очень полезную для выпускников школ информацию, которая многим из них поможет построить в будущем успешную карьеру. Андрей Цеханович, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.